В Павлодарской области задержаны члены ОПГ, которые занимались вымогательствами и криминальными разборками. В преступную группу входили молодые люди от 25 до 35 лет. На сегодня установлено, что фигуранты имели дело к 5 фактам вымогательств. Проверяется также причастность членов группировки к хулиганствам с применением оружия и квартирным кражам на территории области. В результате обысков у подозреваемых изъяли 5 единиц огнестрельного и травматического оружия, кастеты, биты и ножи кустарного производства, а также гранату РГД-5. Проводится следствие. Управлением по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Павлодарской области при координации прокуратуры задержано 7 членов преступной группы, из которых трое наиболее активных участников водворены в изолятор временного содержания. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан.